Всем приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть в Father's Day, так что надевай наушники обязательно. Может, с собой что-нибудь прихватить покушать? Но, не знаю, тут какие-то уже гомункулы, так что, я думаю, тут будет не очень кушать. Но, все, приятного аппетита и поехали! Ладно. Что с тобой такое? Это что? Вот, тут тараканы какие-то огромные. Нужно найти недостающую часть. Чего? А что здесь за сатанинский клуб был? А, недостающая часть — это медвежонок. Надо медвежонка найти. А, ну давай. Вот есть медвежонок. Ого, это какой-то зверь. Никого нема. Ну как-то, ну, жутковато, когда тараканы бегают. Ну такое. Мишку пока не вижу. Там, кажется, телек работает. Он был выключен. Кто включил телек? Ну я экономлю электричество. Ну что за дела? Ну никакой экономии. Ну ё-моё, потом счета бешеные. Вот и о том же. Потом счета бешеные. Потом я также буду кричать. Мне нужен Миш. У вас все хорошо? Или у вас там оккультный клуб уже? Нет, тут уже какие-то ведьминские забавы. Это за что? Что происходит? Кстати, прикольные лампочки. Можно я такую себе возьму? Блин, было прикольно, серьезно. Что у нас тут? Эмма, мне так жаль, я хочу помочь тебе в поисках Джей Джея, но я так же могу тебе уверить, что мальчик просто заигрался. Это уже было. Стоп, это же уже здесь было. Так, стопэ. Может, здесь висит Мишка где-то? Там точно лютые звуки. Там явно, блин, сатанинский клуб какой-то. Прикрой дверь, прикрой. Пусть будет закрыто. Лучше пусть будет закрыто. О, дети. Ребят, да перестаньте меня пугать, я хмурюсь, и... у меня морщинки вылезут так. Не надо меня так пугать. Чего? Мне надо было Мишку найти. Вот этот глаз лютый очень, он так смотрит на меня. Прям в душу. Да что-то будет. Я же говорю, что-то будет. Что-то да будет сейчас. Так, эти штуки валяются на полу. Окей. Так, хорошо. Так, Мишка нигде не висит, вроде как. Окей. Так. Звоночек позвонить нельзя. Вот эту штуку мы знаем. Это мы берем. Это мы уже читали. Отмена. Хорошо. Ну, пока, я так понимаю, мы просто ходим, ТП, делаем чекпоинты и готово. Закрываемся. Закрываемся. 23:37. У нас неправильно время показывает. Неправильно. Что-то неправильно. Сдаешь ты игра свои.
зажигалка, пришло время зажечь свечи. Так как так они и так зажжены. Подсматривает. Подсматривает. И ты смотришь. Почему вы все смотрите на меня? Из-за фонарика просто ничего не видно, он отсвечивает. Так, Мишку мы не нашли. Хорошо. Вроде зажгли все, что могли. Вроде все зажгли. Все свечи зажгли. Теперь у нас романтическая обстановка. Осталось только кого-то сюда позвать. Но у меня такое чувство, что здесь уже кто-то есть. Просто мы еще с ним не встретились. Надо как-то с ним познакомиться, походу. Надо с ним познакомиться поближе. Да, надо узнать друг друга получше. Надо зажечь все свечи, которые на полу и не на полу. Походу, не надо. Я ошиблась. Не надо этого делать. Да. А вообще не надо, походу. Зачем? Зачем нам везде романтическая обстановка? Пусть будет только так, в том месте. А тут у нас как бы, ну и так, романтика романтикой, да. Ради боже. Надо звук убрать, и я так перекакаю скоро. Серьезно, так можно и перекакаться. Стану стоять. Стоять. Я сказала стоять. Кто ты там? Кто ты мне тут бегаешь? Кто ты мне тут бегаешь? Не бегай мне тут, я говорю. Так, ну... Что он хочет от меня? Блин, ты что, издеваешься? Что за прикол? Что за прикол с открыванием и закрыванием дверей? О! Ключ. Ключ от шкатулки. Да? Да, смотри, свечи, короче, ж направлены по проводам. Ё-моё, я даже этого не заметила. Вот, что мы сделали. Открыли сейф. Надо его подключить. Да блин, да как ты вас можешь... Все, у меня слов нету. Я помню тот день в парке, ты хотел пойти на аттракционы, но мы договорились сделать это после пикника. Ехать было недалеко. Каким вообще образом они подключили к обычным свечам, обычным свечам электричество? Я туда не пойду. Ты понимала, у меня же слезы накатились, и я туда не пойду. Я больше всего этого боюсь. Маленьких, страшных девочек. Не хочу туда идти! А, я лучше посижу, повызываю демона какого-то. Но я не хочу идти к той девочке маленькой. У меня фобия маленьких девочек над красной лампой. Ладно. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. А-а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 -
боже мой! Мне лицо движется. Она движется. Она с Мишкой. Кто-то здесь силуэт за ней. Кукла? Ой, кукловод? Привет. Мне посылка пришла. Давайте не надо. Сейчас там... О, книги. О, ну хорошо, книги не пугают. Слава богу. Лучше книги. А это же в наш автомат времени. Чё такое? Кто куда долбится? Что случилось? Ты куда? А ты кто? Хоррор? This is the end. It's... Кто? А ты кто? Так, стопы. Что у нас происходит? В наш дом кто-то проник, надо бы вызывать полицию. Тут какие-то оккультисты, походу, заняли мой дом. Манекен. Хватит, пожалуйста. Мне сегодня тоже играть в хоррор. Ну, перестаньте. Красные глаза, а чё у них глаза красные? Ну, благо, что таракашки остались на месте. Так, стоп, а ключ у меня от чего? А ключ у меня от чего? От кого? А? Женщина. Женщина, знаешь? Или ты мне можешь опять дать? Или чего хуже? Может, я к соседям просто пойду с этим ключом? Ну, как бы, а почему бы нет? О, спасибо. Я говорила, не бери еду с собой. Я говорила. Я говорила. Я знала. То так и будет. О, Мишку могу вставить. Есть. Угу. Не люблю я этих женщин и девочек маленьких. Хватит. Ну ладно, ну все. Хорошо. Жена, это ты? У тебя что-то случилось? Тебе не нравится? Дети?
Там кто-то в моей кровати ерзает? Что здесь происходит, ё-моё? Фейл. Нужен пароль. Стоп, а где я возьму пароль? Я ж только что добыла... Чё это? Эту штуку. Штуку вот эту. Ну, играться, вызывать кого-то. Вот. Скорее всего, сейчас появится обратно дверь. Да? Да. Всё, сейчас мы поиграем, узнаем пароль. Так, все, всем на месте, никому не двигаться. Ну или так. Давай поиграем. Скажи мне, пожалуйста, пароль. 1-4-0-8. 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 О, женщина пропала. Так. 1-4. Enter. Спасибо. Вкуснотень. Иди твою за ногу как. Спасибо, я хочу свалить отсюда. Создатель, я хочу услышать правду. Что за создатель? Ну, правда. Четвертое золотое яйцо. Золотое яйцо – это виртуальный мир, созданный из воспоминаний и действий определенного человека. Также мы анализируем, чего он боится, чтобы использовать его в дальнейшем. Следующий этап – это помещение разума человека в виртуальный мир. Таким образом, он думает, что все, что он видит вокруг себя, реально. Затем мы подсоединим в сознание человека и пытаемся выяснить, какие тайны он хранит. В нашем яйце мы создали пространство для маньяка так, что он не сможет различить реальность виртуальным миром и будет думать, что это его жизнь. Пока он отвлечен, наша задача покопаться в его воспоминаниях об этом деле. Для этого мы подключим человека, который будет исследовать его мир и записывать для нас доказательства. Совместно с полицией округа мы начинаем запуск системы. Как мы до этого дошли? Как мы дошли до золотого яйца? Я что-то не в курсе. Ладно, наш умный Фил создал машину времени, которая может перемещать нас. Но как создали золотое яйцо? Виртуальный мир. Как они додумались-то до этого? Оператор связь. Генри прервана. Он больше не выходит на связь. Генри попал за пределы золотого яйца, только маньяку известно, где он сейчас. Нам необходим человек, который уже был в этом месте в реальности. Сам он не выбрался из-за его мира. Мне надо пойти в мир маньяка? Не, спасибо, не хочу. Не хочу. Мы вызываем Джонта ожидать. По доске Уитчи вызываете. Не говорите, что в парк тот, вы меня сейчас закинете. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не надо. Акт первый. Будь осторожнее, зло знает, где тебя искать. В смысле, я так быстро прошла четвертый акт. Зачем они назвали четвертым актом, если это даже не игра была? Чем? Джонатан, покажи, как все было, но не выходи за границы мира, это опасно. Я был в этом месте 20 лет назад. Все так, как будто это было вчера.
Фонарик. Ох, ё-моё! Summer of 58 достижение. Это отсылочка к другой игре разработчика. Так, вообще-то тут начался какой-то Outlast с камерой. Я не хочу немного этим заниматься. Может, да, давай ставим это на следующей серии. Я что-то стремаюсь здесь ходить. Я что-то не хочу ходить в парке развлечений с такой камерой ночного видения. Так что давай ставим это на следующий раз. А если хочешь продолжение, обязательно напиши об этом в комментариях, поставь свой царский лайкосик. И все, со ссылочкой на соцсети в описании. И всем пока-пока.